Всем привет! Сегодня я своими руками буду мастерить колонку для смартфона или MP3-плеера. Я проверяла, звук становится примерно в 1.5 раза громче. И не просто громче, но и как бы полнее. То есть разница, если вы льете воду, например, в чашку или в ведро, то эхо отдается больше, конечно, в ведре. И здесь примерно получается такой же принцип. Итак, нам нужна пустая банка из-под Pringles, клей. Винные пробки я использую, чтобы сделать ножки, можно чем-нибудь заменить. Горячий клей в пистолете. Ножницы, канцелярский нож. Он острый, с ним нужно обращаться поаккуратнее. Если вы себя чувствуете неуверенно, то попросите взрослых. Ну и для украшения я взяла самоклеющую цветную бумагу. Можно взять что-нибудь другое. Можно, например, простую бумагу и прикрепить ее клеем или декоративный скотч. В общем, что вам больше нравится. Можно, в принципе, даже и просто раскрасить. И декорируем, конечно, каждый по своему вкусу. Для смеха можно взять фломастер и написать название какого-нибудь бренда, который выпускает колонки. Например, Apple или Siemens, не знаю, какие еще бывают. Можно просто свое имя написать. Теперь нам остается сделать только подходящий разрез для того, чтобы входил смартфон или плеер, смотря для чего вы делаете колонку. Ну и все, потом можете сразу пробовать. Напишите мне в комментариях, что у вас получится, я буду рада. Я надеюсь, что этот урок вам пригодится. Оставляйте мне большой палец вверх, если он вам понравился. И смотрите меня почаще. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.